Интернет-издание «Капитал страны». Я, Ивкина Елена, приветствуем вас. Сегодня, 19 октября, в экспоцентре на Красной Пресне открылась неделя российской промышленности. Российская промышленная неделя – это три уникальных выставки. Это выставка «Лесдревмаш 2020 Технофорум» и выставка «Русвелт», которая посвящена сварочным технологиям. Когда началась пандемия, то экспоцентр очень честно и смело подставил плечо Москве. Понимаете, он развернул здесь госпиталь. Ну, Москва развернула, но это было больно для экспоцентра. Понимаете, потеря выставок, потеря клиентов. То есть это, для бизнеса это всегда больно. Пандемия для бизнеса вообще в России не просто проходит. Вот. Теперь он заработал. И вот это одно из первых конгрессно-выставочных мощных мероприятий, которые проходят то, что называется, вживую. Но с соблюдением, и это очень важный момент, всех необходимых социальных норм. Наступает самая ответственная минута, историческая минута. Поэтому, уважаемые дамы и господа, представители средств массовой информации, друзья, разрешите российскую промышленную неделю 2020 объявить открытой!